Всем привет! Мы сейчас находимся где? В Тарту. А где это? Тарту? Это Эстония. Тарту. Мы приехали к Насте в гости. Настя сейчас тут учится. Да, учились. Да. И что мы сегодня планируем? Сегодня мы планируем походить по городу. Да. Сейчас проходят студенческие дни, так что, может, мы даже на какой-то концертик попадем, где-то там. Непонятно. Мы сходим, мы обязательно сходим. Да. Посмотрим главные достопримечательности Тарту, их мало. Попьем вина, порадуемся жизни. Вот этот мост, который нужно проходить для того, чтобы стать настоящим студентом, но не по мосту, а вот по этой вот верхней части. По мосту тоже надо. Как по верху, как водки выпьют. Также главное, как критерий студента, это завалить экзамен и переспать в библиотеке. Выбирайте, хотите вы стать студентом или нет. Привет! Мы сейчас находимся в городе Тарту. Тарту является студенческим городом, и тут очень много разных мероприятий, связанных со студенческой жизнью. В том числе он известен вот этим вот памятником. Я думаю, вы уже видели где-нибудь в интернете. Это целующийся парень и девушка. Сейчас я вам покажу символ студенческой жизни. А это Настя и Кшиштоф, которые едят конфеты и радуются жизни. Да? Это ее муж. Это мой муж, ну и что? Все уже догадались. Ну и куда мы надвигаемся дальше? А мы выдвигаемся сейчас на Ангельский мост. Ангельский? Да, он так и называется. Вот этот мост, это есть Ангельский. Ангельский мост, а там есть Дьявольский мост. Ага. Так что у них все уравновешено, осторожнее не упади. Все не просто так. Сейчас я вам покажу Ангельский мост. Сегодня хоть погода нормальная. Вам очень повезло, что вы приехали именно сейчас, потому что два дня до этого было просто... Там дворики такие, они крышу делают какую-то. Дайте я... Стараются. Шарики, что-то уже. Вот, мы, короче, двигаемся. А почему Ангельский мост? Там целая история, почему он ангельский, я не помню. Все понятно. Посмотрим в интернете. Сейчас потом. Вот это вот корпус Тартуского университета, а еще там 5-7 лет назад это был роддом. И многие профессора, которые здесь, которые здесь работают, были рождены там, либо сами рожали там детей. Вот как. И есть такие у меня знакомые. Шиши, видишь, это есть Анёльский мост, мост Анёлов, а то кедыш тут родили дети, а теперь есть корпус Тартуского университета. А там вот развалины какой-то, я не помню чего, пойдем посчитаем и тогда узнаем. Все отлично, программа намечена. Это вообще, слушай, извиняюсь. Вступила весна, так что люди следят за своими домами, наводят порядок, сейчас помахают нам ручкой. Да? Не хотят махать. Ну, как хотят. Помахают. А знаешь что, Настя, короче, когда едешь в Гданьск, да, ты была в Гданьске или нет? Ну так вот, надо ехать туда. Там, короче, моряки плавают. Если ты им помахаешь, то они тебе обязательно отмахают. Отмахают по полной. Вот, мы, короче, сейчас перешли Ангельский мост. Вот он находится. И что нам написали здесь? Что этот мост получил название по двум версиям. Первая версия в связи с тем, что это была версия английского моста. Поэтому как Angel, как... English как angel, да. А еще другой вариант это того, что ректор университета имел кудри и был похож на ангела. И именно поэтому получил такое название. Да. Вот, а мы сейчас идем еще, двигаемся к Дьявольскому мосту. Посмотрим, как он выглядит. Включаемся на Дьявольский мост. Почему Дьявольский? А почему Дьявольский мост? Потому что второй ректор был с рогами, да? And you look at the devil, yes? Like as a devil. Like as a devil. Смотрите, бедный гном арестован. Народное творчество, да? А мы сейчас находимся в развалинах замка Тартовского. Замка Тарту. Вот.
Здесь, конечно, мало что уцелело, но вот, например, тут уже была сделана реконструкция. Видно, что новые окна стоят. Сейчас покажем. Привет всем! Мы сейчас пришли в ботанический сад. Здесь очень красиво сделано. Здесь так как бы уровнями идет гора, и на ней находятся разные растения, камни, такие миниатюрные пруды. Сейчас я вам покажу примерно, как это выглядит. Одну секундочку. Конечно, я вам полного описания не дам, но я думаю, это вполне можно найти в интернете. Но это надо один раз увидеть. Показываю. Сюда надо подниматься таким образом. Здесь так красиво, и сегодня очень теплый день, солнечный. Просто удовольствие, сплошное удовольствие. Тут собираются студенты, устраивают пикники или просто учатся. И мы тоже здесь пришли. Думаю, что летом намного красивее, но все-таки уже тут видно, что готовятся. Вот Настя, скажи, что там сидят. Там еще такая маленькая ротонда. Отличная идея покрасить белый цвет. Выглядит очень романтично. Думаю, что здесь приходят снимать на свадьбы. Видишь, они уже к берегу прибиваются. Как-то бросают якорь, да?